медвежонок. Самый маленький всех медвежат, самый маленький всех игрушек в нашем доме. Она назвала его Балтийское море. Знаешь, такой махонький, синенький, и скидал сюрпризы медвежонок, которого зовут Балтийское море. Быть может, она играла, а может, нет, скорее всего, нет, потому что она разбудила и хотела удивить меня, что такого маленького игрушечного медвежонка заводит два в Балтийское море. Спасибо, как мы говорили.